Милана Хаметова боится клоунов. Такой новостью поделилась с нами Милана в своих соцсетях. Ну а что, если за этим таится какая-то история? Дело было в ее день рождения. Милане подарили куклу клоуна. Ну, знаете, такая с большим красным носом, разноцветными волосами и широкой улыбкой. Милана была очень рада такому подарку и поставила куклу на полку в своей комнате. Но ночью произошло нечто ужасное. Кукла клоуна жила и начала шептать Милане страшные вещи. Она говорила, что заберет ее душу, и что будет приходить за ней в кошмарах, что она сделает из нее свою марионетку. Милана была в ужасе и не могла закрыть глаза от страха. Она пыталась позвать на помощь своих родителей, но кукла-клоун пыталась заглушить ее голос своим зловещим смехом. На утро Милана рассказала эту историю своим родителям и попросила их вышвырнуть эту куклу из их дома. Ну, конечно, они не поверили ей и сказали, что это всего лишь дурной сон. Они уверяли ее, что кукла – это всего лишь игрушка, и она ничего не может с ней сделать. Но Милана не могла забыть этот ужасный опыт и продолжала бояться клоуна всю свою жизнь. Она избегала цирков, парков развлечений и фильмов с участием клоунов. Да, она даже отказалась от участия в клипе «Ягода малинка», потому что там участвовали клоуны. Она считала, что клоуны – это злые создания, которые хотят причинять ей только боль. Если вам понравился подобный формат истории, то скорее пиши в комментариях, и я запишу еще больше подобных историй, но с другими блогерами.